Красноярское кота-кафе из кафе превратилось в приют для бездомных животных. Об этом рассказала сама владелица заведения. С момента открытия кошек там стало вдвое больше. И это при том, что по задумке, говорит хозяйка, ее заведение должно было помогать пристраивать усатых-полосатых. Идея состояла в том, что посетители за чашечкой кофе присматриваются к котятам, а потом могут забрать любого домой. За 2 месяца работы найти хозяев удалось только для 4 питомцев. При этом численность котов в кафе растет. Теперь их уже 13. Девушка говорит, всех ей принесли защитники животных из организации «Хвостиков», и она просто не смогла отказать. Хозяйка боится, что и дальше количество постояльцев будет увеличиваться. Хочется, чтобы все-таки наше заведение существовало для того, чтобы кошки обретали свой дом. Не просто, чтобы с ним приходили пообщаться, хотя это тоже хорошо, это приносит нам прибыль. Но хотелось бы, чтобы они еще и хозяев своих здесь находили.